Продолжим тему спорта. Актауские танцоры вернулись с трофеем с международных соревнований. В соревнованиях по бальным спортивным танцам в Молдове они завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. В международном конкурсе приняли участие более 200 артистов из 8 стран мира. В международных соревнованиях, которые прошли в столице Молдовы, Кишиневе, приняли участие спортсмены из различных стран, включая Казахстан, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Украину. Эти масштабные соревнования стали важным событием, на котором актауские танцоры имели возможность продемонстрировать свои навыки и таланты, представляя не только свой регион, но и всю страну на международной арене. Это первый наш опыт выезда на соревнования в Европу. Для нас это большая честь, потому что наши дети до этого показывали хорошие результаты на республиканских, на международных соревнованиях. До этого они 3 раза выступали уже в Китае и приезжали из Китая с достойными результатами, с победами. Наши девочки представляли Казахстан, нашу страну, боролись за честь нашей страны вместе с парой из города Астаны. Приехали все финалистки, все с первыми местами, покорили судей европейских, показали, какие у нас качественные танцы, какая у нас качественная работа. Подростки в возрасте от 8 до 12 лет активно соревновались в различных стилях бального танца, включая как латиноамериканские, так и европейские варианты, демонстрируя свои навыки и страсть к танцам. Среди призеров 9-летняя Алиса Некрасова. Она показала свои умения в таких видах танцев, как латино и стандарт. Девочка, которая на протяжении около 3 лет занимается любимым делом, говорит, что этот конкурс останется в ее памяти как невероятная возможность и бесценный опыт. Все мои соперницы были сильными. Я очень старалась и показала очень классный результат. Я не прошла финал, но вошла в полуфинал, но я горжусь собой, я не расстроилась, потому что впереди еще больше соревнований и много побед. Победители конкурса уже активно тренируются, так как они будут участвовать в международном конкурсе, который состоится в январе в столице Англии, Лондоне. Юные танцовщицы приложат все усилия, чтобы успешно выступить и там. Айолым Бейсенова, Надержан Спандияр, Дидар.